Приветствую вас! Сегодня у нас с вами зарядка пройдет стоя. Она у нас будет интенсивная, приятная, волнообразная. Возможно, придется прям хорошо поработать мозгами. Итак, понадобится коврик и ваше хорошее настроение. Мы начинаем. Давайте поставим ноги достаточно широко. Разверните стопы под углом 45 градусов. И сейчас мы будем сгибать колени и хорошо поднимать арку стопы. Вот сейчас я утрированно подняла пальцы, но пальцы наши будут оставаться на полу. То есть мы стандартно разворачиваем бедро, и у нас сразу же поднимается арка стопы. Когда мы будем с вами вытягиваться, мы будем стараться эту арку удерживать, то есть не уплощать свод, чтобы колени у нас не падали вперед. Руки на подножке, макушкой вытягиваемся, лопатки опускаем, пресс подбираем и ребра нижние закрываем. Поехали, мы делаем вдох, пятки удавят в пол, основание большого пальца давит в пол. И на выдохе, подключая как бы еще большее скручивание таза, поднимаемся. Вдох, выдох, включаем тазовое дно. Вдох, выдох, вдох, выдох. Последний вдох, выдох. Останемся внизу. Проверьте, чтобы ваша арка стопы, она была высокой, да, у нас упирался и перемещался вес тела на внешний свод стопы, но основания большого пальца были на полу. И здесь мы поднимаем пятку по одной ноге. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. 8, пятки в пол и на выдохе вырастаем, еще подкручивая таз. Гармошкой ноги собираем и уходим на дальний край коврика. Сейчас мы будем с вами шагать, подкручивая волнообразно таз, на выдохе постоянно подкручивая лобковую кость к ребрам. Мы таким образом увеличим напряжение поперечной мышцы живота и включим диафрагму в работу, да, вместе с тазобедренным суставом. Поехали. Вдох, выдох. Вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох. Руки уберу, выдох. Продолжаем. Вдох, выдох, выдох. И подкрутили. И на каждый счет почувствуйте, как у вас низ живота начинает включаться в работу. Еще две проходки по подиуму. Выдох, выдох. Выдох. Вообще возьмите в привычку такие делать движения. Это очень хорошо разгружает наш поясничный отдел и включает мышцы тазового дна в работу. Да, особенно на завтраки. Идем до чайника, включаем чайник. Идем до разделочного стола точно такими же движениями. Отлично. Возвращаемся на центр коврика. Выдох. 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 Остались с вами, ноги раскрылись широко, присели немножко. Из-за этого положения мы сейчас начинаем веерно работать. У нас таз уходит вбок, назад, вбок, центр. Вместе со мной попробуем. Подняли одну половинку ягодиц, убрали назад, растянули как бы ягодицы, наклонили корпус. Обратно вкрутили и выровняли по центру. И назад, ровно, и назад. Ровно. И два. И три. И четыре. И пять. И шесть. Последний в одну сторону. И в другую сторону. Отлично, останемся с вами в этом положении и начинаем мягкие восьмерки на мягких ногах. Ваши стопы, они реагируют на движение тазобедренного сустава. Колено уходит вперед, уплощается свод стопы. Колено уходит назад, свод стопы поднимается. Пожалуйста, делайте в маленькой амплитуде и проследите, чтобы ваши стопа реагировали на движение бедра. Да, потому что наша бедренная кость, она совмещается с коленным суставом, с голенью, с мышцами, о, господи, с костями голени, да, большеберцовой, малоберцовой. Соответственно, большеберцовая у нас крепится на таранную кость стопы, и таким образом наш подтаранный сустав, называется, начинает движение в стопе, да, и в своде стопы. Отлично, поволновались.
И остались в центре, на выдохе пятками давим и уходим с вами в узкое положение. Узкое положение на уровне нашего таза. Это очень важно, чтобы не было слишком широкого положения. Руки на подвздошные кости, мы делаем вдох, сгибаем тазобедренный сустав, выдох, подтягиваем лобковую кость и коленями давим вперед за стопу. Немножко отклоняет таз, но поясница стабильная. Вдох, и вот здесь выдох, хорошее натяжение. Вдох, выдох, колени немножко расходятся в сторону. Вдох и выдох. Вдох и выдох. И еще вдох, шея, продолжение нашего грудного отдела. Пожалуйста, не запрокидывайте его в такое положение. Выдох, последний вдох. Выдох. Останемся с вами в наклоне. Раскроем седалищные бугры. Почувствуем, что у нас тазобедренный сустав хорошо загнулся. Руки поставим на колени. И начнем мягко сгибать позвоночник в поясничном отделе. Выдох. Вот здесь очень хорошее движение в живот. Выдох. И прям хорошо почувствовали, как поясница упластилась. Вдох. Раскрыли седалищные бугры. Выдох. Акцент у нас только на выдох. Вдох. Хорошо упластилась. И еще выдох. Вдох, упластилась. Последний выдох. Вдох. Ушли животом вниз и поехали в волны. Круглая спина. Таз назад, прогнутая. Живот на бедра. Круглая. Прогнутая. Не выпрямляйтесь вертикально, просто до прямых рук. Колени у нас полусогнутые, чтобы поработал весь позвоночник. С хорошим движением поступательно. Вниз, наверх. И сейчас мы опустимся вниз и останемся там. Руки соберите в локте, макушку опустите и повисите. Почувствуйте, что вы вытянулись. Держим. Раз, два, три. Хороший упор во внешний свод стопы. Не заваливайте иксом ноги, пожалуйста. Держите арку стопы высоко. Пять. Такое ощущение, что вы внешней частью колена пытаетесь раздвинуть что-то. Три. 4, 5, 6, 7. Круглой спиной мы вырастаем наверх, постепенно, аккуратно поднимаемся. Делаем глубокий вдох, руки через стороны, в замок, за локти, над головой. Вытянули себя. Вот здесь прям потяните, раскройте ребра, почувствуйте, как у вас вытягивается туловище, да, прям из штанов себя вытягиваете. Сгибая правую ногу, мы наклоняемся в правую сторону. Тянем весь левый бок. Вдох, хорошо. Выдох. Вдох, потянулись и согнулись в ребро. Почувствовали, как у нас вытягивается гармошкой правое ребро. Вдох, выдох. Вдох, хорошо, потянулись. На выдохе возвращаемся. Снова вдох, дотянули сильно лопатки вниз. Выдох, плечи опустили. Вдох, в другую сторону, хорошо наклонились. Вдох, выдох. Последний раз наклон, вдох. Возвращаемся, выдох. Еще дотягиваем вдох, вниз лопатки, вверх вдох. Последний наклон в другую сторону. И вытянулись наверх. И лопатки вниз опустили. Руки через стороны опускаем. Почувствовали, как у нас должны прям почувствоваться ключицы, потому что они сейчас активно работали. Вот мы сейчас их опускаем вниз, до ощущения того, что вы прям на пределе опускаете. Почувствуйте, что у вас плечи опустились, лопатки опустились. Мы давим в какую-то, давайте, плиту бетонную руками. То есть либо фиксируемся, да, на какой-то вот на столе между столами. Вот. Вытянулись хорошо, и сейчас в этом положении почувствуете, что вы можете еще чуть выше выйти. Почувствовали, что вы можете выйти чуть ниже, проверьте, чтобы вы закрыли ребра, вытянули макушку и подбородок прижали чуть-чуть к шее. Еще держим так 8 счетов. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. И расслабились. Один. Замечательно. Ноги поставили достаточно широко. Сейчас мы с вами будем работать плечами, то есть лопаткой, плечевым суставом.
и делать движение корпусом. Первое движение просто закручиваем плечи вниз, корпус вниз, круглая спина. Обратно, хорошо, раскрыли грудное отдел, ребра закрыты. Не вываливаем ничего, не прогибаем ничего, ребра закрыты, только хорошо открыли ключицы. Поехали вниз, вниз, закрыли ключицы, хорошо расправили лопатки по позвоночнику, точнее по спине. Вверх, 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 открыли ключицы, вниз, вниз, вниз. Вверх и вверх. Давайте другой рукой начнем. Левая, правая, левая. Левая, правая, левая. Еще. Левая вниз, правая, левая. И левая, правая. Отлично. Из этого положения ноги у нас широко. Мы продолжаем делать то же самое. Делаем вниз, вниз, вниз. Добавляем грудной отдел вправо, влево. Вытянулись. Слева начинаем. Вниз, вниз, вниз. Идем за плечом влево, вправо. Вытянулись справа, право, лево, право, в правую сторону, наклон, змейка, прямо, с левой, левая, 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 за левым плечом, змейка, змейка, прямо, повторяем, право, вниз, право, влево, прямо, лево, вниз, лево, право, центр, уходим вниз с вами. Добавляем корпус, сгибается нога, корпус, сгибается нога, корпус еще два раза, корпус, вытянулись вертикально и хорошо как бы надавили пяткой. С левой начинаем, лево, право, лево, идем корпусом, добавляем колено, усиливаем амплитуду, раз, два, три, надавили пяткой с правой. Правая, левая, правая. Вправо, влево. Вправо, влево. Надавили слева, поехали. Левая, правая, левая. Влево, вправо, влево, вправо. И только этими движениями поехали вместе с тазобедренным суставом. Вниз вращение. Вниз боковое, хорошее скручивание, вниз, как будто вы ныряете. Нырнули, повернулись, нырнули, повернулись. Головой, пожалуйста, вот так делать не надо, чтобы не кружилось. Плечами, плечами, плечами. Почувствуйте, как у вас удлиняется один бок, удлиняется другой бок. И еще два, один. Отлично. Останемся по центру, ноги у нас будут согнуты, пятки уйдут вовнутрь. Мы отталкиваем правую ногу и правым плечом уходим вниз. Скручивание. Левую ногу отталкиваем, левым плечом вниз. Скручивание. И еще правая. Левая. Правая. Левая. Правая, последний, левая. Замечательно. Пятки назад, колени вытянули, корпус может быть чуть выше. Мы начинаем мягко скручиваться, уходите руками. Только, пожалуйста, никуда не упирайтесь, прям вытягивайтесь мышцами. И давайте руки в стороны. В другую сторону скрутились мышечно. Руки в сторону. Еще последний раз в одну. Руки в сторону и в другую. Руки в стороны. Обнимите себя за лопатки, если нет, за плечи. Круглой спиной опуститесь вниз и покачайтесь к левой ноге, к правой. Мы не смотрим в пол, мы смотрим в зону между коленями. На локти тоже не смотрим, шею вытягиваем. Мы стоим достаточно широко, это удобное положение. Покачайтесь так, чтобы у вас все-все потянулось к низу, вытянулось и расслабилось. Последний раз. Останьтесь по центру. Круглой спиной на 4 счета вырастаем в вертикальное положение. Руки никуда не уходят. Теперь выросли вертикально, локти поднимаются наверх. И вдохом хорошо раскрываем. Отлично. Ноги у нас собираются зигзагом и встряхиваются.
Последнее упражнение мы с вами сделаем на баланс. Поставьте одну ногу впереди другой. Они должны быть точно по одной линии. Почувствуйте, что вы стоите, вытяните руки вперед. И мы просто поделаем хорошее раскручивание грудного отдела на выдохе. Ноги по одной прямой. Почувствовали, что мы стоим на внешних краях. Вытянули руки далеко, послали их вперед, оставив ребра закрытыми. И на выдохе разворачиваемся, удлиняем лопатку. Выдох. Вдох, выдох, вдох. Если совсем не получается, поставьте чуть-чуть рядом, да? У кого отлично получается, вы можете поставить друг на друга, можете выйти на носочки, да? Или делайте на мягкой опоре, как вот у меня, да? Тогда будет чуть сложнее. Давайте сделаем то же самое. Левая нога впереди и левая рука уходит назад. Выдох, вдох, выдох, вдох, выдох, вдох. Последний раз. Выдох, вдох. Мягко встряхнули руки. Наша зарядка подошла к концу. Я надеюсь, она вам понравилась. Пишите, как вы себя чувствуете. Я напоминаю, что если вы хотите заниматься короткими комплексами между делом, заходите в мой телеграм-канал. Ссылка есть в описании под этим видео. И занимайтесь 3-5-минутными комплексами каждый день. Вы увидите классные результаты. Всем до новых встреч. Пока!